Всем привет, с вами GBH007, и вот при помощи Fusion генератора у меня наконец-то этот карьер доработал. Ну, на самом деле, если вы подумаете, что Fusion генератор влил туда очень много энергии, то нет, это неправда, потому что карьер более 10 не ест. Это факт. Проверенный даже мной. Точнее, он 9 ест при работе, так что... Вот такая вот печаль. Ну, собственно говоря, тут маленько переделал, да. Все более цивилизованно стало, и теперь, в общем, к таймеру. Вот отсюда доступ и нажатием кнопки я включаю это все. Ну, собственно говоря, мне нужно эту систему запустить. Вот, она так прекрасненько работает. А тут у меня дополнительный перерабатывающий модуль. Что-то у меня подлагивает. А, нет, все нормально. Нет, что подлагивает. Это нехорошо. Ну, телепорт тезера. Так. Карьер. Ну, карьер я пока... Нет, я унесу. Или сюда. Сюда. Да, пускай. Нет, не хочу его здесь. Какая дилемма-то? Ладно. Так, собственно говоря, мне одна труба. Это не нужно. Нужно. Так, прекрасно. У меня чистый незасратый инвентарь, и, в общем, ну, в следующей серии я буду перерабатывать вот эту часть, точнее, переделывать. Карьер мне принес приличненькие доходы, еще там не переработанные доходы. Ну, а в этой части я буду говорить о способе фармить алмазы. В общем-то, их есть два. Ну, если Advanced Power System стоит. Либо на Advanced Power Systems можно фармить, либо на Industrial Craft. Ну, в любом случае, Advanced Power System при этом может нехило помочь. Ну, я, кстати, хочу, я не знаю, либо напрямую запитать к этому сундуку и скинуть вот этот движок, потому что он лаги вызывает. Ну, когда я снимаю. Когда я не снимаю, у меня лагов нет, естественно. А я хочу вообще минимальную лаговитость поставить. Во как. И да. Ну, в общем, я тут хочу ресурсопроцессор поставить и еще один вот здесь. Ну, там у меня есть свои коварные планы. О них я буду в следующей серии, наверное, поведать. Fusion генератор. Все-таки я здесь поставил две трубы, но что я хочу сказать. В самом деле у меня на одной трубе он полный торчит, потом чпок, наполовину опустошается и снова заполняется. Но я решил не рисковать и все-таки впилить две трубы. Ну, видно, как он много жрет воды. Но, в принципе, одна голд труба ее протаскивает, просто нужно сюда еще масенький запасик воды наливать. Собственно говоря, вот эта установка шикарно просто работает. Других слов нету. Кстати, мы сейчас можем одну голд трубу спереть. Ага. Так, это у меня передает на единичку. Да. И здесь единичка, true, да. Ну, прием, пассив. Ну, у меня тут с собой, я всегда такую ношу трубу, сейчас покажу, зачем. Собственно говоря, частота 100, прием, и вуаля. Тыкаем сюда, и все мои итемы. Не правда ли это классно? Еще, ну, ладно, теперь переключим ее на... единичку, прием false, запихиваем сюда обсидианную трубу и вуаля, наша труба ушла вот в ту распределительную систему. Круто. Ну, в плане с Logistic Pipes это вообще шикарно все работает вместе. Но для моего халявного генератора алмазов есть две проблемы. Ну, при одной из версий мне нужно... Ну, точнее, ну да, при нескольких из многочисленных версий мне нужна куча лавы. Куча лавы в Незере. Вывод, нужно ставить там машину. Но возникает проблема. Мне туда нужно... Как-то... Мне нужно, чтобы там постоянно не выгружались чанки, на котором это будет все работать. Но возникает проблема. Если чанк-лоудеры, ну, я не знаю даже толком, работают ли они правильно вообще, но, в общем, когда я ухожу в Незер, здесь ничего не работает, и наоборот, я проверял, и связи нет. На серверах это прокатит, а вот здесь нет. Поэтому я не знаю, может, есть какая-то настройка, чтобы Незер не выгружался. Ну, в общем, если кто знает, да, напишите мне, как можно сделать так, чтобы я одновременно мог и в Незере, и тут, да. И желательно без лишних чанк-лоудеров, кстати, у меня тут армия чипсетов будет производиться. 10 золотых, 10 железных. Об этой печке я позже расскажу. Мне для нее нужны ресурсы. Ну и, собственно говоря, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня... Ну, ладно, пока... объясню про все варианты.
Самый классный вариант построить кобл-генератор и вот этой установочкой все это перерабатывать. А ну, о кобл-стоунных генераторах я попозже расскажу, как можно на техник-модах классными собрать. Причем не так, чтобы стоять киркой долбить, а быстрее упадать, а все автоматически. Я не люблю не автоматически. Либо вот эту штучку подключить к помпе, которая качает кучу лавы. И, кстати, через золотые трубы. Ну, чтобы вообще шикарно было. Еще и вот фьюжн-генератор соединить, и будет вообще классно. Ну да, у меня, кстати, планы есть на второй фьюжн генератор. Я его хочу чисто на помпы запилить, то есть помпы на охлаждение водяное, помпы на перекачку лавы и так далее. Ну, мелкий помощь, как помощник он будет работать, а этот будет просто всю свою мощность отдавать на ресурсопроцессы. Что ж так лагает? Ладно. Ладно, посмотрим. Не, я не хочу производительность энергоспешения. Хрен с тобой. Пускай максимум FPS будет. Частицы. Ну, как-то, я не знаю. Ну и... О! Как хорошо-то стало. Надо было сразу максимум FPS настроить. Ну, в общем, как-то получше. Теперь займем, собственно говоря... Ну, есть еще один способ, который делается... Ну, кстати, я не знаю, какая система из моих больше будет производить алмазов. Если та чисто на лаве, или я буду производить материю, из нее производить алмазы. Ну, материю, естественно, я не буду производить сухую пока что. У меня нету скрапа. И мне влом с ним парится. Мне нужен для этого один алмазик. Да, всего лишь один алмазик. Да, дешево. Но там до хрена других ресурсов. Так. Ох, сейчас начнутся растраты. Это тин блок. Нет, железо, вот тин блок. Ой, сейчас сколько, столько растрат будет, в общем. Да, кстати, вот можете додуматься, для чего мне это нужно. Для чего мне нужны были те два алмаза, собственно говоря. Это закажем. Меди. Ну, я не знаю, 6 это. Мне нужно больше. Так, 12. Дважды по 12. Мне еще нужно Refining Iron, переплавленное железо, 16. Кстати, эта печка, вон та вот печка, она такая прелестная. Ну, чтобы вам показать всю ее красоту. Стек кобла. Запихиваем. Включаем, нет, стек кобла сюда пока что. Подключаем и... Индукционная печка фигня по сравнению с ней. Печально признавать, но это факт. Ну, лишний кобл не бывает. Так, ну у меня, кстати, ресурсопроцессор я буду делать хитрым образом. Без лагов. Ага. Я придумал способ, как сделать все это без лагов. Да. Маловато получилось. Да. Мне еще нужно... А мне много чего нужно на самом деле. Ну, я не знаю. Сделаем как обычно. Закажем побольше. Я точно знаю, что мне голдстона нужно как минимум. Где голдстон? 4. Но голдстона мало. Ну, его много и не надо. Но я жадный. Мне нужно много. Но я правда не настолько жадный. Я только занимаюсь такими ресурсами, которые нельзя быстро получить. Ну, прям очень быстро нельзя получить. Я вот только такими ресурсами занимаюсь. Так. Собственно говоря, мне еще и ляпис нужен. Ну, я не знаю. Электроник. Электрические микросхемы, кстати, это. Угадайте, что я буду делать из алмаза. Да. С одной попытки причем. Все, потому что все банально и просто. Да. Но это еще не все. Мне еще нужен... Как там? Лопатрон или как, не помню, если честно. Собственно говоря, 6, ну, привет. Не, все равно подлагивает, но вот это все из-за вот этих движков, от которых я хочу избавиться. Да, они вызывают дикие лаги при записи, а вы как думали? А карьер, когда он здесь будет, он бы еще больше лагов вызывал, но я эту проблему решил. У меня теперь все на телепорт паймс. Кстати, если они у вас
Лапатрон, да. Если у нас, кстати, исчезли, вот заместо них какой-то блок, который не виден, просто перезагрузите клиент. То есть сохраните, выйдите в меню, перезагрузите клиент. У меня так пропадали трубы. Ну, они у меня остались. Так, посмотрим. Вот, собственно говоря, то, что нам нужно. Так, Advanced Circuit. О, как печально. У меня сколько? У меня Леписа-то нету с собой в плане. Так. 4. Да, вообще побольше закажем. Редстоуна мало не бывает. Продвинутые микросхемы, кстати, дорогие. Ну, как дорогие? Не то чтобы... Вау, я что? А, ну да. Так, так, так. Да, я забыл сделать Advanced Machine Block. Ну, или продвинутый машинный блок. Ну, не проблема. Я заранее, кстати, заготовил, чтобы не тратить время. Потому что серия будет длинной на самом деле. Я, кстати, надеюсь, вы все знаете, как крафтятся генераторы. Вот у нас фабрикатор. Собственно говоря, я надеюсь, вы все знаете, как крафтятся геотермальные генераторы. Но за маленьким исключением. Так, посмотрим, у меня есть генераторы в системе. Так, у меня есть один геотермальный, это уже круто, и 4 таких. Ладно. Так, у меня целсы есть, ну или эти капсулы. Собственно говоря, мне нужно 20 геотермальных генераторов. Ага, их много нужно. Я хочу сразу 500 энергии, нет, 400 энергии получится вырабатывать. В общем, я жирно хочу жить. Что тут с этим поделать? Ничего. А, собственно говоря... стекла-то надо много. Не проблема. Стекла у меня много. Закажем сколько? Где стекло? Ну да, я же говорю, много. У меня песок некуда девать было. Переработать стекло. Не пропадать же песку. Песок вот подлая вещь, его ни во что не переработать толком. В отличие от земли, кстати. Землю я перерабатываю уже. Ну и, собственно говоря, геотермальный генератор собирается... Вот таким вот образом. Собственно говоря, я сейчас просто... Да, генератора я буду собирать сейчас вот таким вот способом. Я это сделаю за кадром, потому что, на самом деле, мне еще сейчас нужно будет много чего делать, и я не хочу, чтобы серия прям сильно затягивалась. Кстати, может, есть смысл на машинблоках сделать. Ну, так просто железной печки сделать. Так, ну, я скоро вернусь, как сделаю 20 генераторов. Ну, я снова тут, естественно, и я решил... снять получение этого огромного количества генераторов. Ладно, сделаю вот так. И... Так, ну, что ж. Так, 15. И где мое? Refined Iron. А весь мой Refined Iron ушел. Угу. Вот так вот печально. Это 15 генераторов. И мне нужно еще целых... 29. Ну, железо только так тут жраться будет, на самом деле. Так, ну, я пока поставлю. Так, ну... В общем, видно, как железо не по-детски отжирается. Не, у меня железа, значит, слишком мало будет. Ну, в общем, запилю пока стек на переплавочку. Ага, в мою мега-супер-печь. Я ее очень люблю. Потому что она офигительная. Так, хватит. Ну и... О, а стекла-то не хватит. Ну ладно, чтобы быстрее было. Я вот так сделаю. Ну и, собственно говоря, вуаля. 20 геотермальных генераторов. Так, и... Мне потребуется... Ах, фиг с ним, возьму весь кабель. Печка. А, фиг. Мне пофиг на печку. Сейчас будет, в общем, на самом деле весьма весело. Потому что мне нужно придумать, куда их поставить. Да, я до сих пор не знаю, куда поставить столько геотермальных генераторов. Ну, в общем, сейчас я... Так, у меня... мне нужен кобблстоун, да. Это смешно звучит, но мне нужен камень. Так, сейчас заберу свое. Железо уже готовое. Да, индукционка это фигня по сравнению с этой печкой. Что я еще лишний раз доказал. Ну, у меня железа на самом деле много.
Ну, не так, чтобы слишком много, но немало. И, кстати, я вот не знаю, кстати, если честно, где выбрать место, но я, наверное, здесь поставлю. Ну, плюс чанк лоудер. Собственно говоря, я хочу коробочку. Так. Я вот не помню. А, у нас фабрикатор нормально, в принципе, живет. В общем, вот тут будет сколько? 5 геотермальников. На них будет кабель. Вот на. Ну, я предполагаю. Не знаю, в общем. Ладно, сейчас пока посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Так, на них кабель. Кстати, их вся энергия, по идее, должна просуммироваться. В плане увеличить количество тиков и не. Кстати, вот сейчас. Кстати, самое интересное тут будет это подача лавы. Лаву я буду подавать через телепортационные трубы, естественно. Ну, потому что по-другому ее. Так. Сюда, кстати, масс-фабрикатор будет ставиться. Ага. Масс-фабрикатор. Сейчас. Вот сейчас будет. Так, можно поставить. Вот такая вот турбина. Собственно говоря, я сейчас. Да. Поборюсь с залипанием клавиш. Я сейчас, естественно. Кстати. Ага. Нужно его выключить, а то я его знаю. Собственно говоря, я сейчас доберусь до места с лавой. Впихну туда помпу. И именно. Кстати, один генератор можно сюда впилить. Еще один. Ага. Здесь поставлю телепортационную трубу. Хотя. Нет, я думаю. Ладно, я думаю, вы не обидитесь, если серия будет минут 40. Ту коробку, естественно, не буду пока достраивать. Меня она и такая устраивает. Собственно говоря, мне туда надо будет вбухать чанк-лоудер. Ну, на всякий пожарный. И сейчас я буду делать весьма интересную вещь. Еще один комплект телепорт. Пайпс. Это назад. Мне они еще понадобятся. А вот эту чушь. Ладно, я вручную сброшу. По-моему, тут они не прописаны. Мне нужен еще один комплект, да, вот такая вот печаль. Ну, голд, как его? Голд гер. Ну да, шестерняш гер. Забыл. Такая вот печальная история. Я забыл, как шестерня. Ну, шестеренка. Ты где? Они долго готовятся. Еще один комплект телепорт пайпс. Ну, эти две из них. Какой три не наглейте. Две. Ладно. Ну да. Нормально. И мне нужна затычка. Ну, или вот эта штучка. Ее нужно много. 8 труб. Ну, ладно. Не проблема. Одна такая, естественно. Одна. Ну, халявная труба. Что с ней еще делать? Таких. Вот таких надо будет. Кстати, они же у меня автокрафтятся. Хочу стак. Да, я хочу стак. Вот они автокрафтятся. У меня проблем поэтому не будет. Собственно говоря. Затычка. Мне жалко переводить золотые трубы на такую чушь. Ну что поделать? Так, я что-нибудь. У меня подлагивает, кстати. Надо те движки быстрее сносить. Они очень себя плохо ведут. Ну, пойдем играть. А, кстати. Мне нужно побольше этих труб. Вот таких вот. Сейчас объясню зачем. Мне охота управлять. Так, мне, кстати, нужно еще. А где мои любимые? А, вот только одна. Вот это печально. Мне нравится. Я придумал классную идею, как управлять ресурсопроцессом, ну, частью ресурсопроцесса.
Ой, чувствую, нехорошая идея сбивать эту трубу будет. Ага. Она у меня будет основная, ладно. Так. У меня пока что одна труба. Ладно. И я буду добрым. Отчекаем сюда. Вот такой кусочек. Поставим. Блокиратор. Ага. А вы как думали? И помпа у меня будет работать, пожалуй, на второй. Да, на второй прием. Поставим. На второй частоте. Ну, пока тут ничего нету. Я сделаю такой целый ряд. Для карьеры еще одна будет. О, как нехорошо-то получилось. У меня одной трубы не хватает телепортационной для энергии. Ага. Я же не учитывал, что я хочу такую штучку сделать. Не проблема, в принципе. Нужен только один редстоун и одна телепортационная труба. Алмазов мало. В плане их много, но и для меня их всегда мало. И мы сейчас... Ну, естественно, я сейчас поставлю все трубы, а... Я, кстати, телепортайзер забыл. Да. Я их забыл. Ну, я думаю, вы не обидитесь насчет немножко длинной серии, если что, промотайте, потому что... Ну, я не знаю, так... Я, кстати, заготовил себе труп немножко. Так, телепортайзер, я возьму все. А, собственно говоря, мне один телепортайзер возле помпы надо будет поставить. У меня есть пара мест, где лаву можно качать. Там ее, кстати, на самом деле весьма мало. Да, там ее, ну, очень мало. Так, я не... О, кстати, интересный вопрос. Ладно, не хочу пока что. А, эти карьеры... Нет, 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 не так. Да, не так, определенно не так. Вот так. Угу. И одна труба будет, соответственно, помпу в нее качать. Ну да. Так, помпы. Да, лаги есть. Что поделать? Помпа у меня на второй. Это у нас будет на прием. Ну, помпа у меня вторая частота, надо запомнить. И, в общем, сейчас я здесь проставлю трубы. Ну, собственно говоря, здесь их стоит-то немножко. А, нет, без шифта не прокатит. Ну, зачем мне там золотые трубы нужны? Потому что я хочу качать много и быстро. Я бы, если... Я был бы слишком жадным, я бы и тут везде запихнул золотые трубы. Но у меня мало лавы будет, поэтому я прям уверен. Так, телепортейзер. Мне ты здесь нужен. Так, кстати, вот. Можете заметить, что у меня есть какие-то полосочки на вот карте. Вот еще сколько мне я сделал. Точнее, на весь экран. В общем, эти полоски просто показывают границы чанков. Они, кстати, в настройках переключаются. Я думаю, это интересно. Ой. Не-не-не-не-не. А, вот, где тут? Minimap Options и... Сейчас вспомню. О! Прикольно. Я не парюсь с переводом, на самом деле. Да. Забыл. Забыл, забыл, забыл. Где же это? Кстати, уберем эту чушь. О! Шикарно. Вообще шикарно просто. Я вот, честно говоря, забыл. Да, я забыл. Кстати, можно... О-о-о. Нет, мне так пока что нравится. Забыл, 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 забыл. Ага. Так, динамик и... Вот, да-да-да, вот. Снова чангрид. Все просто. А это слайм чанки. Ага. Можно тоже делать. Это у нас в... Surface Map Options. Прикольно. Ну, теперь, кстати, вы будете видеть карту, да и я буду лучше, я буду играть мало. Ну, я надеюсь, вы не сильно обижаетесь по поводу того, что я играю не full экран. Ну, извините. Ну, просто иначе будет... Хотя, мне просто иначе вам потом придется каждый раз в конце или в начале смотреть, как у меня будет вылазить окошко бандикама. Я думаю, вы этого не хотите.
Ну, если хотите, напишите в комментариях, мы хотим Full HD, но с окошком Бандикама. Для меня это не проблема, просто я как бы... А вырезать это все потом не айс, кстати, помпа. Нужна помпа, и по-моему... это, кстати, мой любимейший баг мышки. Ага. Двойной клик иногда происходит при лагах. Значит, помпа только там. Я пошел в лавовое место. Так, помпа отключена. Все замечательно. Я пошел в место, где у меня будет качаться лава. И я включу видео, когда уже дойду до него. Ну, вот, собственно, то место, откуда я хочу качать помпой. Кстати, у меня джетпак. В общем, я себе хочу квантовую броню, да. Я не хотел, но теперь я ее хочу. Так, у меня shift зажат. Все чудесно. Вот тут у меня будет помпа. Что ты будешь делать? Наглая платформа. У меня, по-моему, кстати, мышка выскочила. Однако. Интересный и печальный факт одновременно. Собственно говоря, как будет... так, для начала... Нет, чанк-лоудер поставлю для начала. Мы в одном чанке. Кстати, если вода не будет прогружаться... Так, чанк-лоудер... Мне не нравится это. То, что он так близко с помпой. Я его впихну вот туда. Все замечательно. Так, собственно говоря. Лава будет выходить здесь в двойку. Двойку. Двойка. Окей. Теперь энергия. Энергия, наверное, будет подаваться из... ну, она из двойки подается, да. Так, здесь прием. True. Так, и вот эта труба. Так, ну, по идее, эта установочка должна работать. Кстати, надо мной океан, который я буду в ближайшем времени карьерить. Так что я просто поэтому решил высадить всю эту лаву. Ну, что добру пропадать, верно ведь? Так, ну что ж, встретимся в моем подвальчике. Ну вот мы в моем подвальчике. И, ну вот, кстати, я еще один способ придумал, как можно повеселиться с телепортационными трубами, но он будет реально жестко дико лагать. Возможно. В общем, чтобы не париться и сюда еще не давать дополнительное электричество, где-нибудь, я, допустим, хочу энергостанцию, там ставить первую трубу, ну, как выключатель, и к ней подводить через вот такой рычажок нужную мне трубу. Круто? Круто, кстати. Ну, энергия, connected, прием. Во-во-во-во-во-во. Заработала? Не заработала. Так заработала или нет? Мне неохота к помпе бегать. Так что не ключ тут. О, неужели мне придется что-нибудь делать? О, соединена с одной, но где энергия? Я не хочу помпу тырить, кстати. Ну, ладно, проверим. Вдруг энергии так мало, эта труба жрет, что просто она незаметна. Угу. Такое тоже может быть. Что помпа может очень мало... В общем, помпа очень мало кушает. Там просто графический баг. И почему-то она не хочет качать. Я не знаю почему. Неохота бегать до помпы на самом деле, потому что помпа достаточно далеко. Да. Это очень печально. Ладненько, мы сейчас немножко переделаем нашу энергоустановочку. Ну, что еще поделать? Другого способа я не вижу, на самом деле. Так. Одна. Еще одна. Лучики у меня есть. Одна из них превращается вот в такое. Ну, в плане вот в такое вот чудо техники. И это будет у нас, кстати, первая труба. Ну, кстати, может просто эта труба все сжирает. Такое тоже возможно. И мы к ней подключим трубу. Собственно говоря, немножко поразвлекаемся. Эту частоту переставляем на первую. Ага. Эту частоту рубаем. Круто.
Ну, в плане это сделано специально для того, чтобы ничего тут не испортилось. И здесь прием. Нет, здесь передача. И если мы включим, вуаля, энергия пошла куда-то. Сейчас посмотрим, качает ли наша помпа. Иначе мне придется бежать к помпе. Вот такая у меня будет управленческая штучка. Помпа, обрадуй меня, качай. Я вижу лаву. Это определенно лава, а не вода. Ну, помпа достаточно. Она достаточно быстро качает. На самом деле она очень мощно качает. Так, масс-фабрикатор. Включим масс-фабрикатор, который будет работать в сухую. Да. В сухую это нехорошо на самом деле. Но у меня нету другого. У меня скрапа нету. Скрапа фабрики. Ну, или утилсырья. А фабрики утилсырья у меня тоже нету. И вот что мне делать? Правильно. Таким образом, в наглую качать лаву и питать ею. По-быстрому сбегаем вниз. Мне интересно, я что-то не заглядывал в Fusion генератор. Как у него там. Ух ты, сколько он помпе-то дает. Ну, на самом деле он просто энергию распределяет по местам необходимости. Возможно, я эту помпу подключу тоже на помповый канал. Ну, я не знаю, если честно. По идее, она должна быть подключена на первый канал. Ну, я с этим еще подумаю, если честно. Я не знаю. По идее, помпе тут на самом деле мало обычно отдавалось энергии. Ну, можем проверить. Запихнуть кучу кобла. Кстати, сейчас мы это и сделаем. Кучу кобла. Это Ctrl плюс Shift, если стоит Inventory Twix. О, халявные алмазы. И обрадовать меня. Во. О, походу на эту помпу ни хрена не подается. Да. Ну я же говорил, что у тебя машины все сжирают. Абсолютно все. Ну, помпа там есть запас. Надо, кстати, что-то сделать и. В общем, нужен еще один фьюжн генератора. Чисто на помпы. Ага. Вы как думали? Ну, сейчас эти под завязочку зарядятся и. Ну, тут не хватает лавы. Тут она уже есть стабильная. Посмотрим. Ну, нехило, кстати, генерируется. Но тут 400 энергии. Еще бы она так не генерировалась. Сейчас, кстати, мы это и посчитаем. Ну, тут приблизительно 400 энергии. Кстати, для тех, кто не знает, Forestry выше версии 1. Ну, я не помню. Так, 1, 4, 8 и так далее версии. Там очень печально, но биогенератор вырабатывает на биотопливе не 20, а 16. Это я недавно проверял. Ну и там, в общем, некоторые вещи тоже изменились, которые меня несколько расстроили. А так бы я здесь, наверное, запихал бы кучу. 360. Ну, 380. Ну, вот просто эти генераторы еще не до конца работают. И вот, собственно говоря, сколько? Здесь 4 генератора. Чего? Ну да. Вот видно, что они не полностью работают. Вот. Чушью занимаются. Ну, а сейчас вот все эти генераторы так. Ух ты. Надо реально Golden Pipes ставить. Ну, просто вот видно, что лавы до хрена. Да. Я, наверное, сейчас докачаю, ну, точнее, накачаю реактор и выключу. Ну, потому что я не вижу, хочу этого. Как это назвать-то? Другого. Вот видно, сколько помпе отдается. На самом деле она столько не ест. Она ест, как вот эта помпа, которая ничего не ест почти. На самом деле эта помпа, ей, по-моему, двадцатки поза глаза хватает. Кстати, если мне будет мало, я могу эти аккумуляторы распустить. Да. Я дико могу повеселиться, я могу эти аккумуляторы. Кстати, я хочу 5 миллионов записать, поэтому еще два аккумулятора. Сделаю их и заряжу. Ну, опять же, вне записи. И, в общем, я нереально повеселюсь. Кстати, этот. Не-не-не-не-не. Не прокатит. Пускай вот этот заберет. А остальное я запихну сам. Так, откуда я тырил? Отсюда? Отсюда. Я сказал отсюда. Во, так получше. Ну и этот кабельстончик мы запихнем сюда. Да.
Пускай остатки кобблстона выжрет. Ну, видно, железная руда халява, но приятная. Так, а теперь мы сделаем более быстрое наполнение. Угу. Ну и ладно, сгоняем к помпе в последний раз. Собственно говоря, к следующей серии у меня уже должно нагенерить алмазов 5, наверное. Но эта лава, кстати, очень быстро выкачится, на самом деле. В каждый генератор 24 порции влазит. Ну или 24 литра, как это назвать-то правильнее. Вот стабильная энергия, сколько? Точнее, энергия. 400, ну да, как я и говорил. На самом деле у меня в планах было построить несколько таких установок. Кстати, прикольно, на движок смахивает. А вот, наша помпа перестала качать, потому что туда не подается энергия. Ну, собственно говоря, сейчас она у нас начнет дико-дико-дико мощно качать. Вот, поздравьте меня с первыми двумя ее материями. Ну, эта фабрика, на самом деле, намного быстрее производит, чем та алмаза. Но тут спорный вопрос, та еще и полезные штучки производит. Но мы не будем забывать, что из ее материи можно делать тоже золото. Так, что-нибудь из нее... Нет, что, ничего из нее не крафтится вообще. Ну, в плане, не показывается ни один рецепт крафта. Это меня не радует, на самом деле. Надо все-таки еще один фьюжн-генератор, потому что вот одна волна по переработке булыжника может жрать бесконечное число энергии, о чем я уже неоднократно говорил. Ну, максимальное вообще 500, но я думаю, она бы сожрет и побольше. А, ну вот, на помпу энергия пошла. Я только ушел, но... Или, кстати, помпа все выкачала. Такое тоже возможно. Ну, и потому что, как-никак, фьюжн-генератор плюс помпа плюс очень прожорливые вещи. Очень прожорливые. Так, я, наверное... как интересно. Ладно, я сгоняю вниз и поставлю пока что на паузу и покажу, что там осталось от этого лавового озера. Ну... Возникает вопрос, а где лавовое озеро? Как я и говорил, эта штука очень быстро выкачивает лаву. Собственно говоря, лавы больше тут нету. Это было достаточно большое лавовое озеро, но эта штука его буквально за сколько? В общем, она его очень быстро осушила. Вот почему я и хотел в аду это все построить. Но... Я не знаю, как мне решить вопрос как раз вот этот с телепортацией. Мне неохота там авкать, хотя, если там запустить фьюжн-генератор и такую помпу, то там достаточно быстро будет производиться материя. Но мне неохота торчать в незере по несколько часов, на самом деле. Ну, главное, помп трубы не профукать, иначе... Иначе будет не круто. Ну, в общем... Я люблю эту помпу. Она очень мощная. Так, ну что ж, с вами был JBH007 в этом столь длинном, весьма интересном выпуске. Не забываем подписываться, ставить лайки, что-нибудь комментировать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.